Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Корнишова. Мне 36 лет. Я мать троих детей. Мы с моим мужем Александром воспитываем двух прекрасных сыновей и очаровательную дочку. Большую часть нашей жизни занимает музыка. Мы с мужем сами музыканты, занимаемся творчеством практически с пеленок и познакомились также в творческой обстановке на звукозаписывающей студии. Наш первенец, старший сын Леня, с самого детства полюбил музыку. Очень часто мы брали его на наши концерты, поэтому в 4 года у Лени была уже своя коллекция детских гитар. В 5 лет Леонид уже потихоньку начал осваивать музыкальную компьютерную программу, где с удовольствием сочинял музыку и делал аранжировки. После того, как он в музыкальной школе довольно неплохо освоил фортепиано, его пригласили в детскую музыкальную группу, которая называется Secret News. Руководителем этой группы является Максим Леонидов. Ребята уже не раз выступали на большой сцене. Сейчас Леня в 6 классе, планирует освоить еще и игру на барабанах. В 2012 году у нас случилось пополнение в семье, и родился Николай. Когда ему исполнилось 3 года, мы с мужем услышали, что у Коли очень своеобразный звонкий голос и хороший музыкальный слух. Именно с этого возраста на нашей домашней студии мы стали записывать песни в исполнении сына. Если солнышко, мама носатая, если птенчик, мама крылатая, а у ёжика мама колючая, всё равно она самая лучшая. Когда Коле было 6 лет, я в своем детском саду организовала дуэт Коли и девочки Сони. С номером «Бяки-буки» ребята приняли участие в районном конкурсе. Также мы с Колей выступали на еще одном районном конкурсе вокалистов, где заняли 3-е место в номинации «Семейное творчество». А уже в подготовительной группе детского сада родился еще один дуэт – Коля и Лиза. 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Их голоса покорили судьи конкурса «Веселая копель», и дуэту присудили первое место в номинации «Песня. Дуэт». Сейчас Коля пошел в первый класс, а также начал обучение игре на фортепиано в музыкальной школе. В начале 2018 года в нашей семье вновь случилось прибавление. Родилась долгожданная девочка Анечка. Сейчас ей всего 1,5 года, но уже точно можно сказать, что и в ее жизни музыка займет не последнее место. Услышав любые ритмичные композиции, Аня незамедлительно начинает танцевать. Я очень счастлива, что имею такую большую и дружную семью. Желаю, чтобы каждый в своей жизни смог найти свое счастье, жить дружно и радоваться каждому дню.